Зачем это сделал? У меня лицензия. Ты видел, что они маленькие? Кто? Ах, вот эти. Да они же... Да где ж там увидишь-то? Как? Нет, ты если слепой, бери инвалидность и ступай на пенсию, а не государством руководи. Я не понимаю. У меня лицензия. Русским языком говорю, лицензия. И потом, кроме как животных-то пострелять, у меня ж ни на что времени нету. Отдохнуть человеку надо? Вот ты скажи, надо или не надо отдохнуть-то человеку? Я пятый год реформы на себе. Я же себе же не покладая рук. Я же вон сколько. А тут какие-то, ну, маленькие, ну и что? У тебя дети есть. Да кто же у меня? Это ж совсем другое. Я же вон кто, а ты-то кто? И потом, у меня дети сами, кого хочешь. А внуки? При чем тут? При чем тут внуки? Я этого не принимаю. Тебе что, совсем не стыдно? Это все у меня этого места, которым стыдно. У меня его нет. У меня там все внутри до самых краев забито заботой о России. А стыдно? Это не надо. Хочешь, я открою тебе секрет? У медвежат была не только мама. У них еще и папа, и дедушка. Нет! Откуда я знаю, где взять денег? У меня денег нет. Повторяю, нет. Только на карманные охоты. Расходы. Да нет, это я тут, это... Уйди. Это я не тебе. Ты останься пока. Фу, фу! Я же говорю, не тебе. Нет, на всех у меня денег не хватит. У меня на себя в обрез. Мало, говорю, денег. Что значит поскрести? Себе поскреби! Где? Давай, давай, давай отсюда, давай! Ну вот то-то. Журналов больше не приносить. А газеты? И газет. А что же приносить? Еды и патронов. Чего надо? Мне-то чаю с лимоном, а бюджетникам денег. Хотя бы немного. А то они уже лапу сосут. Кто? Бюджетники. Буквально сосут лапу. И на Дальнем Востоке, и на Севере, даже на Ярославщине. При чем тут Ярославщина? Уйди. Да я только пришел. Потом я-то уйду, а народ, и учтите, это они сейчас еще тихие относительно. Спячка у них. У кого? У социально незащищенных. А весной такой рев по стране пойдет. Съедят. Хватит, хватит. Бюджета вряд ли. Надо искать дополнительные статьи. Нет такой статьи, чтобы за медвежат. Да мало ли что, у меня лицензия. Я не понял, вы о чем это? Медведь же, это зверь. Маленький, не маленький зверь. Я бы на них, на всех посмотрел, писаки. Он зверь, вот он, вот. Ну, что там с преступностью? Ихний преступный вызов мы приняли. Ты что, телефонист? Нет. А кто ты? Я экономист. Что у нас с преступностью, экономист? Беда. Народ, прям вам скажу, окончательно жутко криминальный.
каждый второй, если не щипач, то медвежатник. Молчи. Молчу. Да нет ты, ты как раз давай, говори. А, ну главное, заказные убийства. Среди бела дня подъезжают на своих джипах с охраной и расстреливают просто как в тире. Не надо! А я им тоже говорю, не надо, хватит уже. А они мочат и мочат, мочат и мочат, мочат и мочат. И главное, все в законе, ничего с ним не сделаешь. Иди. Вы я? Да, иди, Борис. С кем? С народом. А то видишь, как живу. Перед Бронсаловым стыдно. Собери ты с них, наконец, налоги, а? Да уж. Народишко попался безнравственный, ё-моё. Я бы их стрелял, честное слово. Кого? Да всех прямо с детьми. А у тебя лицензия есть? Чего? А у меня есть. На Ярославщине, значит, развелось их немерено. Кого? Медведей. Из-за них-то, вот, понимаешь, все и зло. Допекли хуже нахер. Так вот, только на тебя надежда, Степаныч. Бери ружье, манатки охотничьи, понимаешь, охрану и поезжай снова. Больших пускай твои служивые из пулеметов покосят. Ну, а ты, значит, стрельни в маленьких. Да, в малюсеньких. Ну да, в общем, стрельни. У тебя только это, понимаешь, получается. А то что же они одни будут стрелять? Это нехорошо. Нехорошо, господа. Действительно, нехорошо. Гринпис и я против. Ирод конкретный. Ты пошел, медведька убил. Негодяй ты и паразит. Ленин и тот лисичку не тронул. Страну расхерачил, а лисичку не тронул. Надо было просто не давать им есть, медведикам. Они бы сами и померли. Зачем же стрелять? Утопить медведей в Севастополе, городе русской славы. А я бы их забомбил. Это ж звери. Берлогу градом накрыть и никаких забот. А лучше сразу всю Ярославщину. Зачем охраной рисковать? Бас и все. А вторым залпом по журналюхам, чтоб не подсматривали. Ну, град не град, а зарплаты я их за это дело лишил. Медведиков? Журналистов. А медведиков? Спят мои соседи, бурые медведи, пу-пу-пу-пу, пам-пам-пам. Астрологи говорят, для меня благоприятный год. Говорят, хорошее время для смелых начинаний. Только вот большая медведица плохо расположена. Ой, и вот это вот еще... Как ее? Малая.